копилке спортивных достижений североказахстанских боксеров еще одна медаль. Золото на международном турнире по боксу среди молодежи завоевал Азат Илюбаев. Проходили соревнования с 17 по 22 июля в Костанае. Посвятили турнир памяти вице-президентов Костанайской федерации бокса Урала и Кургана Айтеновых. С призером международного первенства встретились мои коллеги. Азат Илюбаев был одним из претендентов на первое место. В этом виде спорта не новичок. Занимается более 8 лет. На ринге провел 4 боя, в каждом сумел одержать победу. Самый сложный поединок был с боксером из Украины, вспоминает Азат. Встретился с ним в полуфинале и завоевал золотую медаль. Североказахстанский боец не только достойно представил наш регион на международном турнире, но и защитил звание мастера спорта по боксу. Первый бой выиграл Мангистау. Второй бой в Алматинской области. Третий бой соперник был с Украины. И в финальном бою выиграл Костанайскую область. Для меня все запомнились бои. Долго готовился к этим соревнованиям, сборным. Достиг, конечно, своей цели. Международный турнир по боксу среди молодежи проводится ежегодно. В этот раз побороться за титул сильнейших приехали 126 боксеров из Узбекистана, России, Монголии, Украины и разных областей Казахстана. Северный регион представляли 5 мастеров в кожаной перчатке в 5 весовых категориях. Готовились к первенству основательно, рассказывают тренеры. Здесь ни одна заслуга, ни одного тренера и одного ученика. Здесь как бы заслуга команды, общей команды СКО. Вот. Эмоции, конечно, как бы переполняли после финального поединка. Особенно во время награждения эмоции переполняли и тренеров, и как бы тех ребят, которые поддерживали Азата. Всего в специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва по боксу занимаются около 400 детей. 15 из них – кандидаты мастера спорта и один действующий мастер спорта по боксу. Арман Баенде, Жолдубек Ермуханов, новости МТРК.